Россия, любимая наша страна. Патриотом быть, конечно, хорошо, но, согласитесь, скучноват пейзажик. Сегодня вместе с рукодельницей Аленой мы будем превращать обычный дневник в особенный. Собственно, мы будем делать обложку для дневника из ткани. Приготовили два варианта. Один вот такой, более девчачий, да, такой, может быть, даже для первоклашки. И второй вариант для, наверное, более постаршего возраста. Внешняя сторона у нас будет вот такая лицевая, с обратной стороны такая же. А вот внутри подклад будет вот такой вот у нас клеточку. Мы должны прибавить то, что у нас будет загибаться. Мы делаем запас на 5 сантиметров с каждой стороны. Выкроили для заготовки верхней части. Теперь мы их должны соединить, сшить на машинке. Мы должны сшить боковые швы. На подкладочной, вот на внутренней стороне, определить те самые ушки по 5 сантиметров. Прокалываем три слоя без нижнего. Мы берем и выворачиваем нашу верхнюю часть на ушко. На эти 5 сантиметров? Да, ровно, мы, то есть вот этот край выдерживаем. Mm-hmm. Мы можем вот эти две булавочки вытащить, mm-hmm. чтобы они там не мешали. И вот теперь уже вот эту вот заготовочку сколоть для того, что когда мы уже будем шить. Мы должны сшить два верхних среза. Самый ответственный момент, будем сейчас мерить нашу замечательную обложку на наш пока не очень замечательный дневник. Я желаю тому, кто будет владеть этим замечательным дневником, носить в нем домой только пятерки и пятерки, и еще раз пятерки.